Наступление Украины на Курск привело к росту доходов России от продажи газа в ЕС. Об этом говорится в статье европейского новостного сайта Euractiv. В статье отмечается, что несмотря на то, что Европа многое сделала для сокращения импорта энергоносителей из России, рост цен на газ, вызванный вторжением Украины в Курскую область, выявил более серьезную проблему в виде европейских денег, которые продолжают поступать в Кремль в обмен на энергоносители. Взятие украинскими силами под контроль газораспределительной станции Суджа в Курской области, по которой идет главный маршрут транзита российского газа в ЕС, побудил трейдеров повысить цены в ожидании сокращения поставок. Благодаря этому доходы России от продажи газа должны вырасти на 13% за последнюю неделю. Для сравнения, в период с 29 июля по 4 августа страны ЕС заплатили Москве за газ более 400 миллионов евро.